вперед на Калина. Калин себе так на ход подбил шайбу, она почти до лицевого борта долетела. Навязывается борьба. Давайте побьемся, почему нет. Джейми Оликсяк, ну и у Эдмонтона Закасиан. И тот, и другой. В какой-то степени бойцы, поэтому нормальный. Нормальный спарринг. Ну, что-то очень быстро их разняли. Такое ощущение, что они прям недовольны этим. Побиться не дали. Да ладно.